почему бы не разнообразить обычные мясные биточки другими составляющими? Сегодня я решила добавить к мясу тыкву и овсяные хлопья. А запекать наши биточки будем вместе с вкуснейшим соусом. С этим блюдом открыт простор для вашей фантазии. Вместо тыквы можете смело добавлять любые сезонные овощи, в начале лета это могут быть кабачки, осенью – тыква, а в межсезонье – картофель или морковь. 1. К фаршу добавьте яйцо, тертую тыкву, овсяные хлопья и ошпаренный рис. 2. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте. 3. Сформируйте небольшие биточки и выложите в жаропрочную форму. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. 4. Лук нарежьте перьями, тыкву натрите на терке. 5. Обжарьте лук с тыквой около 5 минут. 6. Добавьте чеснок и томатную пасту. Потушите все вместе. 7. Выложите на биточки соус и запекайте еще 15 минут. 8. Приятного аппетита!